Братья Бездугановы Вячеслав и Владислав стали обладателями золотых медалей на первенстве Ростовской области по боксу, который состоялся в Ростове-на-Дону. Второе место завоевал Степан Вуцаленко. Своими победами ребята обеспечили себе место в сборной Ростовской области. Тренер-преподаватель Сергей Романенко будет сопровождать подопечных на следующих соревнованиях, которые состоятся в Анапе. Я поеду обязательно с ребятами, будем подсказывать, будем стремиться к победе. А сколько человек было отобрано на первенстве? С Ростовской области 13 человек. Это первых номеров и 13 человек вторых. Первые и вторые номера допускаются на первенстве Южных Ферманов. На первенстве ЮФО. Какие задачи вы перед ними ставите? Самое главное – это психологическая задача. Это волнение вот это пережить. Я думаю, так, в принципе, ребята наши ничем не хуже. Главное – настрой, и желание к победе. Я думаю, все у них должно получиться. Владислав Бездуганов неоднократно принимал участие на первенстве Южно-федерального округа. Но, к сожалению, ему не удалось одолеть соперников. На ЮФО я еду уже третий раз. Первый раз было трудно, потому что я не знал соперников. Выиграл два боя, в третьем не хватило сил и проиграл. Второй раз было ЮФО в 2017-м. Я поехал туда, уже знал некоторых соперников, но не попался соперник из Волгограда, но местный. И бой был равный, но отдали ему. Вот я еду третий раз уже с силами, знаю всех соперников и буду надеяться, что я выиграю. Брат Владислава Вячеслав Бездуганов поделился своими впечатлениями о прошедших соревнованиях. У меня было три боя. Все бои выиграл. Отобрался на первенство ЮФО. А что ты можешь сказать о своих противниках? Противники были сложные. В финале был сложный соперник. Я его выиграл. В случае абсолютной победы на первенстве Южного федерального округа ребята смогут принять участие в первенстве России, которое состоится в марте месяце. Ивана Пажницева, Юрий Друзякин, Азов-Инфо, Спорт.